Здравствуйте, друзья. Продолжаем испытание подбора наборов. В прошлом видео я показывал вам наборы гибрид стран, четверка и шестерка. Сегодня я вам покажу, какой можно подобрать состав на восьмерке и на десятке. Ну, давайте начнем с восьмерки. На восьмерку я собрал вот такой вот состав. Опять же, как и в предыдущих наборах, преимущественно игроки английской премьер-лиги. Напомню, что на английской премьер-лиге очень легко собирать игроков. Тут много разных национальностей. В этой лиге достаточно много разноплановых игроков из разных стран. Давайте пройдемся по самим игрокам. Можете собрать идентичный состав. Можете подыскать примерно таких же игроков в такой же нации, более дешевых. Я сам попытался найти тоже более дешевые варианты подобрать. Но, возможно, можно еще дешевле найти игроков. Это уже все зависит от того, насколько у вас хватает времени и терпения заниматься этим. У кого на это времени нету, может воспользоваться моими подсказками, моим составом, моими игроками. Так, первый у нас форвард Карилла из Сангептона. Элфа Ричарлисон. Вот такая вот фамилия. Уотфорд. Сюда я поместил просто форварда, мне достаточно было для сыгранности, хватило его. Это Лоренто из Тоттенхэма. Дальше Дринквотер, Челси. Перейра, Уотфорд. Кабайе, Кристал Пэлас. Джанмат, Уотфорд. Кабаселле. Также Уотфорд. Много игроков с Уотфорда, ну, для сыгранности. Как раз это было удачное решение, потому что тут видите, что тут и аргентинцы, и бельгийцы, и голландец есть. Так, дальше идем. Клаван. Ливерпуль. Дебюши. Сент-Этьен. Ну и вратарь Мигналет, Ливерпуль. Вот такой составчик у меня на восьмерочке. Можете, долго не подбирая, собрать идентичный. Теперь перейдем к десяточке. На десятке у меня опять же преимущество английской премьер-лиги. Здесь уже пришлось немножко помучиться, посидеть, поэкспериментировать. Ну, удалось вот собрать такой состав. Буфай. Сангепта. Кэрол. Вестхэм. Лукас. Тоттенхэм. Перейра. Премьер-лига. Уотфорд. Дринквотер. Челси. Монреаль. Арсенал. Лоурен. Ливерпуль. Сако. Кристал Пэлас. Агбона. Вестхэм. Мосес. Челси. И вратарь Мингалет. Ливерпуль. Такой составчик у меня на десяточке. Таким образом, мы собрали все наборы на гибрид стран. Следующее видео я посвящу испытанию подбора наборов гибрид лиг и гибрид стран. Тем, кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!